Здравствуйте, это Анапа, сегодня 27 декабря 2017 года. Вы не поверите, я на море сегодня, но приехал сюда на велосипеде, и у меня вот немножко подспустило колесо, надо подкачать. Да, колесо где-то я, видимо, пробил, потому что у меня и дома он стоит. Совсем спустила, я его накачал, вроде бы держала. А сегодня вот поехал и, ну, заметно так, конечно, смотрю. Да, поэтому предстоит мне ремонт. Я еще ни разу заднее колесо не разбортировал. Не знаю, как это делается. Ну, потом вот в интернете, конечно, посмотрю. Думаю, совладаю. Сегодня тепло. Ну, наверное, градусов 12-13, так вот. Что-то совсем плохо качается. Ну вот, подкачал. Даже жарко стало. Теперь давайте посмотрим на море. Где бревно? Бревно действительно исчезло, его убрали. Вот тут оно лежало когда-то. Ну, видимо, коммунальщики переусердствовали, и очень приметное такое вот бревно, на котором было удобно сидеть и загорать, увезли. Нет его теперь. Пустое место.
Ну вот, друзья, немножко размялся. Это проезд Золотой берег. Вот так выглядит въезд на пляж 27 декабря. Обратно поеду по Пионерскому проспекту. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Солнечный, хороший, теплый, замечательный. И всего вам доброго. До новых встреч. Радует глаз. Друзья мои, я поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Вот отсюда, от этих прекрасных оленей, с берегов речки Анапки.